Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш и Механик. Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в спин... это... SnowRunner! MudRunner! Interes! Да, и... Куда проходить едем? Карту спуск. Гаража нету. В смысле нету? А, я думал, мы в гараже начали. Да что ты врешь, мы в гараже начали. Обманщик. В гараже? Да. Ты уже на Запорожце там гоняешь? Ну... Так, я поехал. Кстати, по а город такой же, как в карте, там, где был вулкан. Я поехал до гаража. По блокпосту. Надеюсь, меня пустят, и блокпост чисто только для этих самых, которые те самые эти. Для этих ребят, да? Для тех самых ребят, которые эти самые ребята. Нафига она через машину просвечивается, эта надпись блокпост? Я хотел превьюху сделать. Ну, КамАЗ, конечно, просто ущербно выглядит вот такой. С такой мордой. Ребят, то есть не надо, для людей, да? Не для людей, да. Это чисто доллары косят вот это вот КамАЗ. У нас тут был один КамАЗ. Решил отомстить за брата. И все. Я не выкупил прикола. Ну, это ж этот, не надо шутить. А-а-а. Джордж. Был один КамАЗ. Ой, я сейчас, по-моему, будет красиво, как у американцев на превьюхах. Которые поляки на самом деле. О, я знаю, ты хотел ее. Так, ты что, тогда гараж откроешь, да? Да-да, слушай, он не тормозит нифига у меня. Я тогда, наверное... Ладно, я пойду тоже превьюху, наверное, сделаю там где-то. Извините. Стоп, а сколько гаражей? Один? Или два? Мне пофиг. Может, надо еще куда-то отвезти? Не? Извези куда-нибудь хотя бы. Я помню эту карту, спуск. Мы тут снимали погони, полицейские спускались, помнишь, поэтому прямо? В обычном спинтарисе. В обычном, да, и мы дубасили просто этом. Просто с горы прыгали, помнишь? Угу. Скотская надпись, вот это блокпост. Кто ее придумал вообще? Красиво не получится перевуху теперь сделать. Сейчас тоже пойду сделаю, а потом ты пыхнусь в гараж обратно. Слушай, а здесь, блин, повороты не такие конкретные, как в обычном спинтиросе. Да? В обычном прям там конкретно фиг впишешься, а здесь что-то вообще изи-катка. Я на изиках вообще прошел просто максимально быстро, вот на этих, на изи-бустах. Понятно. Да, реально, это фигня. Превьюхи говно. Превьюха говно. Игра тоже. Так, это ладно. Это же последняя карта? Да, последняя. Вообще говнище игра. Да нет, на самом деле она прикольная, она... Прикольно тем, что она такая лайтовенькая. То есть не надо там жестко потеть, хотя мы потеем. И но шутить с войной наш... не нужно. Не надо шутить с войной. Джордж, езжай на свой ранчо. Блин, вообще ранчо это прикольная тема, мне кажется, да? В принципе, да. Слушай, у тебя есть чуть выше гаража тачка 4320? Или что-нибудь? У меня там все есть. Сможешь там открыть? Конечно. Я это буду... что так строите? Что это за бунгало такое? Это что вообще там застоит такое? Вот, я тебе на какой-то из прошлых карт говорил, что типа у меня вот эта вот хреновина есть. Это вообще какая-то, ну, это самое. Ёлки-палки, это что за броневичок такой? Лесовичок-броневичок. Хочу на этом кататься. Просто жопа какая-то. Тебе нравится? Ну такое дерьмо вообще, классно. А чё КамАЗ-то не заглох? Алле. Он на холостых ничего не хавает. Да? Ну это какой-то утконос пожилой, если честно. Опа. Интересная заявочка. А куда на нем ехать-то вообще?
Ты куда-то поедешь или как? Я поехал карту открывать. Ты будешь вообще играть в эту игру сегодня или не будешь, я не понимаю. Сейчас. Да, я играю. Ты играешь? Да. Ну ладно, смотри мне. Я, наверное, К700 еще открою. О, давай. Как раз... А ты метку поставил на К700, что ли? Ну там вот К700, да, рядышком здесь стоит. Блин, а у меня вот тут К700 стоит. К700! Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Слушай, у него раздатка такая интересная сзади. Так, но он только прицепа за собой может... А, и погрузчик, я понял. Ты на этот броневичок, который ты так назвал? А, да. Ну, он такой. Типа... Дерьмо, да. Угу. Непонятно, для чего он тут. Фекальная палочка какой-то. Театральная палочка? Фекальная. А, взялась театральная палочка. Заднеприводный, что ли, или переднеприводный? Какой он? Черт его знает. Ну колеса такие громадные прям, да? Ну расход, кстати, маленький у него. Эконом-вариант. Это такой УВАЗик такой, знаешь, типа. Генно-модифицированный УВАЗик. Ну вообще не едет, он просто... Он не прет, у него мощи не хватает. Там, наверное, ВАЗовский мотор стоит. Мне кажется, он КАМАЗовский мотор, потому что КАМАЗ тоже нифига не прет. Ну не знаю, я нет. Я сейчас на пустом КАМАЗе или бежусь на ровной дороге. КАМАЗ зарывается хотя бы, а этот даже колеса повернуть не может эти. А, нифига. У него раздатка прикольно сделана, то есть у него типа над рамой все это расположено, знаешь? Ничего себе. Над рама. Да чтоб эти, блин, дрова сраные. Так еще едет, как картинг, знаешь, такой дрыгается. А, у него подвеска. Без подвески, да? Да, без подвески, по-моему. Странно, не может быть такая техника без подвески. Но это бессмысленно, мне кажется, машина. Она из какой-то обновы, там типа DLC-шка с какими-то картами выходила, и вот она откуда-то оттуда, там есть карты какие-то. Наверное, там юзается, я уже не помню. Мы же их не будем это трогать, я так понимаю. Нет. Только за лайки, ребят, бесплатно трогать их даже не притронемся. Хотите что-то новенькое, давайте лайки ставьте. Хотите, чтобы мы что-то трогали, то? Хотя бы 8000 лайков, и тогда мы подумаем, напряжемся хотя бы. Ты же назвал так, чтобы, ну, чтобы наверняка не этот не пришлось. В смысле, ну, блин, 8000 лайков, что, впадло, что ли, поставить? Вообще, я не понимаю, типа, в чем проблема. Любой уважающийся пацан этому видосу лайк поставит. Если ты не ставишь лайк, то ну уже какие-то вопросы к тебе есть. Ты не пацан. Ну, какие-то вопросы уже возникают. Значит, или женщина, или балерина. Как говорится, в Техасе только быки и гомосексуалисты. Рогов я у тебя что-то не вижу. Чё? Это ты с цельнометаллической оболочки. Я такого еще не слышал. Слушай. Так, ну что сказать? Я, в принципе, разведал К700. Ну что тебя. Сказать? Ну что сказать? Так, я хочу попробовать прямо вот проломиться напрямик, прямо через этот дом. Возможно, получится даже. Вряд ли. Через дом. Вдруг получится. Я тупо по полю хреначу вверх и вниз, как на волнах. Наверное, даже сейчас на карте прям волнистая будет карта. Не, ну это, конечно, смешная вот эта петрушка, ну вообще никакой. Петруся. Ну это УВАЗик какой-то, петрунька. Уваленный это, петруньки. Да, это... Тан-тан-та-да, петруньки. Петруньки, петруньки. Та-та-та-та-та-тан. Та-та-та-та-та-та-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Петруньки, петруньки. Ёпта. Казалось бы, при чем тут Каспийский груз?
Че, обидел тебя, что ли? А кто это? Кто такой Каспийский груз? Твои друзья же вот эти. Гангстеры вот эти на геликах. Мне голова так болит, мне кто-то по голове что ли стукнул. Петруньки. Я прицепом зацепил. Ах ты ж собака. Ах ты ж сам собака. Я понял, что он едет как какашка. У него из-за того, что подвески нет, нет ходов подвески, соответственно, он просто такой типа переваливается и, ну, постоянно ты понимаешь, что он не может нормально ехать, как бы, ну, смысл в чем? Сложно, да, слишком? Понял. Так, вертаемся взад. Здесь сюда, тут туда, тут сюда. И вот так вот. И сюда. Ну ты отвози уже, я пока тут все разведаю. Потихонечку. Да я хотел отвозить. Перевернулся? Я что-то, мне кажется, в гараж проще вернуться, потому что что-то я жестко там засел. Именно запаковался. Как спек? Как шпек. Но у меня, если что, нет еще одного грузовика. Павел Михайлович Шпек. А это что? Как нет грузовика? А сколько здесь надо точек провести? Две. Не, ну это завязывай с этим как бы. Лёшечка, завязывай. Ты сказал, что это будет легкая прогулка. Что, обманул меня? А получилось, как всегда. Получилось хуже, чем всегда. Сейчас буду тонуть в реке. Чекайте. Чекайте, ребятки. Чекайте, девчатки. Сейчас тону в реке. Утонул? Ну нет, проехал уж, конечно. Ну чё же я тонуть-то буду? Не, ну мало ли. Мало ли, ну много ли. Так, вот здесь гора. И гору я не знаю, смогу ли я преодолеть гору. Я думаю, да. Горыныч. Давай, давай, давай! Все, все, просто покорил, просто. Легко, да? Ру покорил. Не, ну вот эта техника, конечно, ну какашка, но ничего такая. А ты на ней открываешь, да? Ну, конечно. Нифига себе, думал, ты там на КамАЗе на каком-то летаешь. Нет, нет, я вот на этом. На фекальном монстре. В каком-то фильме, помнишь, туалетный монстр? Знакомое, но не помню. Ну, как-то или туалетный, или говенный монстр был какой-то. Туалетный утенок. Туалетный утенок? Утенок, это же мистер Пропер, по-моему, нет? Ну да. Тоже монстр, наверное. Мистер Пропер, веселей. Туалетный утенок два раза быстрее. Мистер Пропер. Карта местности. Открыта. Так, я пойду еще на... Ох, там еще точка есть. А, ты туда едешь? Молодец. То есть ты решил не провозить дрова, а точки разведки раскрывать, да? Да, раскрывать вот свои вот эти вот. Молодец, молодец. Чакры. Кто? Чакры. Ну, я, кстати, еду на одном грузовике. То есть я 6 возьму. Потом, если что, еще раз сгоняю. Давай сгоняй. Я еду делать точки разведки. Отлично. Капец, далеко ехать. Ну, кстати, дорога нормальная, где я еду, тут можно лес смело возить. Да? Угу. Синее небо над головою. О, я где-то такое слышал. Чё за херня?
Это что за звуки? Драка какая-то. Собачья это. А, я думал, это восстание машин какое-то началось. Такая жесть была. Я думал, это у меня, понимаешь? Да ну его нафиг, Лёша. Это вообще было так, страшно. Так, вижу точку разведки. Не вижу препятствий. Да. Вон, не завалиться, тут такой угол. Едь ты, давай, говнина, блин. Не хочет вообще ехать. Ну, прикольная моделька такая, знаешь, она как из Крусаута какого-то сделана, типа. Ну, в реале я бы на такой погонял по грязи. Но вот здесь это просто шляпа. То есть ты не оценил? Нет. Разработчики, ну, типа, сделайте нормально в следующий раз, пожалуйста. Чтобы такие хейтеры, как я, они были довольны. О. Никакого уважения нету. К разработчикам? К хейтерам. А. К разработчикам, понятное дело, никакого уважения нет. За что их уважать? Ах ты, блин, картером лупанулся. Или черт вот чем лупанулся. Ну что-то да, об камень со спуска так влупился больно. Я вижу вон эту точку разведки, сейчас разведаю. Я пока на заправку сейчас заеду. Посмотрю, что там вообще наливают. Давай, 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 давай. Посмотри там, почем дистопливо. Дизеляка почем там вообще. А метанол почему наливают, нет? Не знаю, почему дизель один, а бенз несколько разных. Это маркетинговый ход. Вот они. Дизель один. Дизеля тоже разные, типа, знаешь, этот там зимняя, ну, летняя. Да. Солярочка. Солярка. А почему? Почему называют солярка, если это дизель, типа? Это разные вещи. Не знаю. Ну все, карта в открытое уже получается. А, ты открыл эту точку, ничего себе. Все открыл я. Полностью всю карту открыл. Так, и что делать будем? Тут так много всего, я запутался, если честно. У меня глаза разбегаются. Пойду на Запорожце пока катнусь чуть-чуть. Я тебя понял. Кстати, там же, по-моему, припаркован, как в прошлой карте. Да, так понятие. Город такой же один. Они такие, а зачем что-то менять, типа, если... Ну, так это везде, так это в ETS точно так же, в Спинтайресе, в Мадранере. Давай мы ETS вообще не будем трогать эту парашу. О. А вот такой я сегодня недовольный. На, закинул бочком его! Опрокинулся? Нет. Ай да, зря. Это парный дрифт на запориках. Да, не. У тебя нету его? Не хочу, я уже покатался на нем, я уже открыл грузовичок на нем. Сегодня? Да, да вот сейчас, на этой карте. В самом начале я же на запарике поехал, грузовик открыл. По лесу летал на нем там. Хорош. Смотрите, ребята. Оп! Дрифтовый, да? У тебя опять синий? Или оранжевый в этот раз? Да я не помню. Наверное, синий. Почему у тебя синий запарик, а у меня всегда оранжевый? Не знаю. Ты с модами, наверное, играешь? Естественно. Все, припарковался на бордюре. Ну что, ребята, давайте проходить карту, получается, да? Угу. Получается так. Опа! Тут уже готовенько у нас есть. Мы это восстанавливаем, получается, в гаражике. В ближайшем. У нас он расчехлился прицеп почему-то. На краде. Так, сцепка... Мцепка 4, да? Так. 4. Тут сколько? Подождите, платформа лесовоза 4.
Удлиненный распуск. 6. Не, ну тогда можно взять платформу лесовоза, и нафига нам удлиненный этот распуск нужен. Платформа лесовоза быстро, удобно. Так, и нам нужна какая-то еще техника. Вот это что такое у нас? О, КамАЗик. Сейчас КамАЗик тоже в гараже установим. Что, думаешь, подойдет? А, разные гаражи, походу. Разные гаражи. А тот где ж тогда? А где тот-то? Ядрить его налево. Вот этот, что ли, здесь? Гараж потерял, что ли? Да тут слишком много этих гаражей. Два штуки. Так, а где загрузочка у нас? Погрузка бревен вот это? Их там две. Одна там, где я, и одна сверху справа. То есть от гаража вверх, тупо по карте, и все там рядышком. Слева. А, я не знаю, у меня что-то карта была как-то вообще наискось повернута изначально, поэтому я крутнул как-то, как попало. Так, ну блин, это тяжело будет, кстати. Загрузиться. Слушай, вот в эту сложно довести будет. В нижнюю. Нифига себе. В какую? В лесопилку, которая рядом с городом. А я туда и собрался везти. А. Ну давай тогда я вот в эту отвезу. Вот в эту. Да, давай. Два раза съезжу просто. Ну я просто и планировал в ту нижнюю завести. В принципе, я там маршрут уже пробил вроде бы. Так, а я, наверное, сейчас тогда... Че, я сейчас, наверное, сяду все-таки на вот эту технику. И доеду до того гаража. Да и все. Все, до того гаража сейчас доеду и двумя попру сразу. Опять что-то лягушки квакают. Угу. Лягушки квакают. Завяли лютики. Блин, опять сраная ночь. Да. Ты на негативах, да, пошел? А, ночь просто темная такая, прям. Темная ночь. Только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах. А, понятно. А, ну ладно. Та-да-та-та. Та-да-та-да-та-та-та-та. Та-да-дан-тан-та-та-та-та-та. Та-тан-тан-та-та-дан. Ух ты, блин, чуть прицеп уже не перевернул. Зацепил, называется. Та-да-дан. Опа, бочком краза запустил. Живой? Да. Тан-та-да-дан. Ой, что-то мне не нравится, как крас едет. Ух ты, у тебя крас есть? Да. Я сейчас на кразе Урала КамАЗа. На кразе КамАЗа зацеплю и попру. Жду, если он не нравится. Или нравится? У меня нет выбора. Нет, мне не очень нравится крас. Не знаю, что много любителей кразов, но... Типа... Странно, у меня что-то краза нету. Так, ставим мы, значит... Прицеп распуск. Затем...
Мы делаем КАМАЗ. Ему ставим прицеп. А, прицеп просто недоступен. Почему? Платформа лесовоза недоступен. Платформа лесовоза и... Да и... Что такое? Просто это... Я понял. Добрый вечер. Так, ну что, крас... Подъем ползу прям конкретный. Кто кого? Крас, МАЗ? Наверное, все-таки КАМАЗ. На КАМАЗе номера пипец. Серьезно? Угу. Так и написано? ППЦ. Красиво. Не, ну это красиво. Так, что, давайте попробуем. Давайте попробуем, как бы. Давайте. Чпеньк. А что у нас, крас заперёт не цепается, что ли? Чё? Ну, ты, наверное, стал как-то не очень. Я то же самое подумал. Когда сейчас чуть на бок. Не-не-не-не-не. Я спытался с колоссальной нравственной. Чуть не завалил. Чуть не завалил Урал. Блин, по лесу поднимаюсь наверх, ни хрена просто не видно. А я куда-то ползу тут в неизвестном направлении. Или не ползу. Не едет нифига. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Пам-пам-пам. Надо страховку делать себе. Делай себе страховку. ОСАГО там или каска? Блин, такие крены тут страшные просто. Не-не-не-не-не-не-не. Да капец, земля такая коварная. Типа ты едешь, ровненько все, потом раз, резко одна сторона начинает в землю проваливаться. Да просто практически на бок ложишься. Прикол. Эй! КАМАЗ что-то сам начал влево поворачивать. Налево решил в обрыв уйти. Он такой, нет, я не хочу больше в это играть. Главное, чтобы она не глюк был, как в Спинтарисе. Это будет неприкольно. Глюк. Я глюк. Чё? Что за глюк? Да у меня был глюк какой-то, что тачки на лебедке только направо ехали и все, больше никуда. Тяжеловато, да. КАМАЗу сейчас. Я на КАМАЗе тяну, потому что. Я сейчас на горку. А у меня, кстати, тоже ППЦ номер на КАМАЗе. А на прицепе какой у тебя? Черт. ПНС у меня. Или ГНС, или ПНС. ПНС. Понос, типа. Неплохо. Неплохой понос, однако. А ты застал те времена, когда раньше были эти, типа, базы данных там с номерами телефонов? Да, естественно. На дисках, да? На дисках не знаю, у нас по рукам они ходили там. Ну на CD-шках, я помню, у нас был у пацана. Или можно было журнальчик купить, типа там. Журнальчик я не знаю, типа у пацана был вот такой диск, и мы такие типа смотрели там, находили какую-нибудь прикольную фамилию, звонили и спрашивали, типа, да реально это человек или нет. Многие попадали, реально. Так прикольно было. Сейчас вроде тоже так можно, только дороже.
Ну, понятное дело, что база сейчас сливает мобильных номеров там. Ну да. Ну сейчас типа один номер, по-моему, что-то там стоит. Недешево, так скажем. А раньше не, ну это смотря была. Как, если типа в целях рекламы, то там, я думаю, там один номер будет копейки стоить. Не, не в целях рекламы, а типа вот, допустим, ты хочешь узнать там, типа, кому принадлежит. Номер? Ну да, инфу, типа, всего прознать. А. Давай, давай, Кразик, толкаем, толкаем. Тихо. Активнее, активнее, ребята. Нифига у меня тут экшон снова продолжается. А ты загрузился, да? Ты груженый уже прешь? Да груженый, блин, я тут опрокидываюсь, меня ой, так заваливает. Давай, давай, опрокинься, пожалуйста. Я не хочу. Да ладно, чувак. Ты два везешь или один? Грузовика? Да. Два. Хорош. Так, я сейчас, короче, или... Блин, или вытащу его, или завалю. Так лучше вали, конечно. Ну вытаскивать просто так это вообще не интересно же. Лучше завалить жестко. И навалить. Нет, ставь на колеса. На колеса. А, на колеса? Я понял. Да у меня тут на подъеме прицеп заваливался, и КамАЗ заваливался, все заваливается. Классненько. Я тащу с собой грузовик без лебедки, это нормально? Я просто за него зацепился. Та блин. Таблетка. Слушай, что-то по топливу, не знаю, хватит ли мне, нет. Вроде там немного, да, от лесопилки-то? Там вообще близко. Ну не знаю, я заправлял КамАЗ на всякий случай. Ой, что-то тут густота какая-то пошла. Густота, густотайт. С новой формулой активайт. О-о-о! Варендер стенджер. Вау! А? Угадал, говорю? Угадал? Угадал! О! Я! Чего? Ну ты говоришь, чистота, это я продолжил рекламу. Так я не смотрел рекламу, я просто вот раньше, которую слышал, там 10 лет назад, чистота, я ну, ее и слышал. Ну, может дальше слышал там что-нибудь. Не, ни разу такого не слышал. Ну я так подумал, что такая есть, ну потому что похоже на правду. То, что там угадал, не угадал, мне вообще все равно. А, ну ладно. Да. Можешь сказать спасибо. Пожалуйста. До свидания. А, спасибо, пожалуйста. Интересно, а вдруг, я вот сейчас КрАЗ за собой тащу, вдруг у него бензин не расходуется, типа? Ну, если заглушим, то не расходуется, а так очень мало расходуется, в меньшей степени. То есть можно, типа, потом, когда у этого будет заканчиваться, на тот пересесть, да? Да. Чит просто, да? Зато рабочий. Или щит? Чит-щит. God damn it. Самое это веселое, когда ты за собой тащишь, тащится так же легко, потом камеру назад поворачиваешь, а дров там нет. А ты понимаешь, что ты нигде не останавливался, вроде там, ну, никаких ни рывков, ничего не было. Но где-то груз уже потерял по пути. У тебя такое было? Да. Сейчас? Не, не сейчас. Но это очень неприятная ситуация. Ты уже почти приехал, да? Куда? Я только загружаюсь. А, нифига себе, я думал, ты там уже все. Не. Ты что? Ты что? Я только загружаюсь.
Где там дорога? Я дорогу потерял. 4 очка разгрузки. 4 очка? 4 очка. 4 очка. Четверочка. Четвер очка. Так, куда ехать вообще? Вообще сюда. It's a лесопелка. 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 Лесопалка. Это лесопалка. Лесопалка. А может они поэтому так назвали? Лесопилка, а лысая палка? Возможно, потому что там лес пилят, поэтому они лесопилка назвали. А, ну ладно. Не, он хотел просто умным показаться. Твои теории и заговоры, конечно, ну, они нормальные, но... Ну ты слишком много про Копенко посмотрел. Ну ладно. А что там про это, про рептилоидов сможешь, ну, как бы? Да что угодно могу рассказать. Все. Ой, про рептилоидов что-нибудь. Давай. Что там, вот про Папу Римского и про этот, смотрел дворец вот этот, который как змея выглядит? Да я не помню. Может, я спал или что-то. Я, говорит, все видел, любое расскажу. Так я все видел, я просто засыпал под них, а там, ну. Давай. Досматривал во снах. Что помнишь, давай, бомбанем. Да я не знаю. Просто не хочешь раскрывать всех вот этих конспирологических секретов. Потому что, понимаешь, потому что я слишком много знаю. Если я расскажу, мне придется тебя убить. А. Так что, убивать? Сначала расскажи. А. Вот так как бы убивать, ну, неохота. Ну, умирать в смысле. Хотя бы узнать инфу какую-то там. Я, кстати, слушал аудиокнигу про вот эту всякую конспирологию, по-моему, называется «Путешествие за купол», что ли. Один из авторов... Под куполом, да, один из авторов был? Один из авторов, может, был под куполом, но он, в общем, после того, как эту книгу написал, озвучил, он как бы при странных обстоятельствах выпрыгнул из окна 8-го этажа. Не, ну если он постоянно под куполом был, то как бы... Это нормально, да? Это нормально, это абсолютно нормально. Не понял. Это нормальная практика. Может, просто не отпустила его в один прекрасный день. Вовремя. Вовремя. Он понял, что дальше так продолжаться не может. Ну, интересная гипотеза, конечно. Проверять ее мы, конечно же, не будем. Пытался конфетку съесть, но понял, что не получится во время видео. Ты же без вебки снимал. Ну и что, звук-то слышно. А я всегда бухаю кофе во время видео. Кофе ли? Кофе ли, кофе ли. Надо ли, кофе ли. А что ты там сверху не поехал по лесу? Там, где срубленные пенечки. Я тебе поехал по этим, по говнам. Я просто так люблю. О, много ты всяких интересных вещей любишь. У меня просто есть краз, который меня толкает. Бустит меня. Так ты что, бущенный что ли? Да, бустанутый маленько. Ого. Дизель буст, знаешь. Естественно. Лёша, что ты выберешь? АМГ или М? АМГ. Или может быть РС? РС. РС, да? РС. Я вот что-то не знаю, мне больше в последнее время АМГ что-то нравится. Не, АМГ по внешнему виду, а так РС, наверное. За по счет полного привода? Да, и типа, ну как бы. А есть же вроде вот это А8, у которой движок от этого. От Хуракана вроде как. Есть такое, или я путаю что-то? Есть какая-то восьмая, там то ли 6.4 или 6.8 в ней. Я засадился. Это тот, да? Я не знаю, но в общем,
Какая-то А8, да, которая вот прет, типа, ну, как Хуракан, образно говоря. Ничего себе. Черт, ну, да. Понятно, что она не такая быстрая за счет веса, но типа вот... Вот странно, да, что типа этот S8 есть, а RS8 нет. Ну, все-таки А8, она же, ну, как такой бизнес, типа, седан. Даже она не бизнес, а представительский, наверное, уже. Даже длиннющая вообще как... А M7 есть? M7? Да. Мне кажется, нет. M8 же есть. Да и 7, кроме семерки. Это только AMG, да, есть все подряд. Даже, наверное, Vita AMG будет. И спринтер AMG. Слушай, на КамАЗе две турбины стоят. Нифига себе. Да вот сзади видно прям. Улитки две. Улиточка. Блин. Не, ну, на самом деле, типа... Сейчас такое себе, да, вот это непонятное время, когда все моторы плюс-минус одинаковые, по-моему, сейчас же у всех, вот у всей тройки, у них типа 4-литровые моторы, там 800 турбо. У всех едет плюс-минус одинаково с каждой линейкой. Да. Как они это делают? Все полноприводные, типа, и... В Форзе почему-то одинаково никто не едет. Ну... Хотелось бы дорасти до того уровня, когда можно такие машины типа тестировать, да, там купил на пару месяцев, потестировал, продал. А потом намотал ее. Или намотал, да, там. Я вот слышал такую, как бы, теорию, что чтобы многого добиться, надо правильно родиться. О. Такая теория всегда работает. Я так думаю. Какая-то грусть печаль настала. Грусть печаль. Уходи. Ребят, у кого есть М5 или Цешка или Ешка АМГ для контента, кто готов ее подарить, пишите, пожалуйста, на почту. Да, любого года выпуска и на ходу желательно. Ну, на ходу, да, с документами, там, со всеми делами. Да, полное переоформление. Ну, для контента, само собой. Да, а что ты смеешься, он дофига же тачек брошенных, типа, есть, крутых. Ну да. В принципе, или может быть этот... вот интересно было бы какой-нибудь VRX тоже поюзать. Стиху какую-нибудь. Это да. Или Эвик. Ну, ты, да, ты по Эвикам, а я вот больше Субарис, наверное. Чё ты там У меня видишь? Одна была, и я еще штуки 3, наверное, катал. Я доеду, конечно. Чё-то тебя не видно там нигде. Да, а, вот, я... вижу. КамАЗ на горизонте. Это ты, что ли, на тракторе? Да. Жду тебя. А чё, где-то здесь уже близко? Да, а вот сюда вижу, вот прямо. У меня 58 литров осталось. А у меня 89. У меня на Кразе, наверное, еще есть. Ты за собой тащишь, да? Ну, то да. Снова тени нифига нет. И снова пустой. Тут главное вот здесь не завалиться. Да, в натуре у тебя Краз есть. У меня нет Краза вообще на этой карте. Они, наверное, как-то рандомно дают их. Ну, кому повезло больше, кому повезло меньше. Так. Ну, лучше тут через грязь прям проехать. Чтобы не завалиться. Ты можешь куда-нибудь это... сдриснуть? Да. Взрослый дяденька мог проехать. Проезжайте. Мой хорошечно, конечно. Погода сейчас прям, да? Время вот это вот. Время то, что надо. Погода хорошая. На КамАЗе движок у меня стучит уже прям жестко.
Сейчас застрянешь. А, нет, ползешь. Я там застревал на этой фигне. Я не застреваю, но я просто боюсь перевернуться. Вот. Нет, тут не опрокинешься. Тут нормально. Ну, я почти опрокинулся. А что ты не по дороге едешь? А? Что ты не по дороге едешь? По дороге я еду. Я пытаюсь просто крас затащить нормально, чтобы он не перевернулся. Все в порядке. Да вообще застучал прям мотор. От нагрузки, да? Может, замочил его еще случайно. Ой. Что такое? В пень въехал? Нет, просто сел. Так не понимаю, на что. А, бревна здесь. Угу. А ты думал? На пень сел, причем бревна, говоришь. Конечно, пенек воткнулся. Нет, нет, я этим сел. Слушай, у меня крас уже сизым дымом фигачит. То, что нужно. Уже не черный, а сизый дым. То есть крас тоже стуканул. Кстати, пеньки иногда корчуются тут. Тут как-то, походу, выборочно. Лесопилка. Разгрузилка. Лесопилка, разгрузилка. Так, 40 минут? Да подожди, ты еще надо тут. Или сколько? Сорок семь минут. 47 минут. Отлично, супер. Замечательно. Ну что, народ, на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на наши каналы. Все ссылочки будут в описании под роликом. С вами был Алекс Фреш и Механик. И всем пока-пока. Всем пока.